Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Представлюсь, Гаврилов Сергей Анатольевич, заместитель главы администрации Ленинского городского округа. Сегодня мы проводим публичное слушание по проекту бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Порядок нашей работы по регламенту. Значит, вступительное слово до 5 минут предлагается, выступление по докладам до 20 минут, выступление содокладчиков до 5 минут, разъяснение по обращениям участников публичных слушаний до 10 минут, соответственно, заключение, подведение итогов. Таким образом, публичные слушания мы с вами проведем в течение 1 часа 30 минут. Приступаем к нашей работе. Цель слушания – обеспечить общественный контроль и максимальную открытость при рассмотрении и обсуждении проекта бюджета. Предварительно зарегистрировавшись, принять участие в слушаниях могли все желающие жители Ленинского городского округа, члены общественной палаты, представители органов муниципальной власти, общественных объединений, муниципальных и коммерческих организаций. Публичные слушания по проекту бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов проводятся в соответствии с 131 федеральным законом, постановлением администрации Ленинского городского округа от 19 ноября 2020 года номер 2827. С проектом бюджета Ленинского городского округа и материалами к нему можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского городского округа и в газете «Видновские вести» номер 84 от 20 ноября 2020 года. По состоянию на 17.00 30 ноября для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 6 жителей. Остальные жители могут ознакомиться с публичным слушанием в прямой трансляции на сайте администрации. Бюджет 2021 года формировался в новых экономических условиях преобразования Ленинского муниципального района, входящих в его состав городских и сельских поселений, в единый Ленинский городской округ. Советом депутатов Ленинского городского округа была проведена большая работа, принят ряд нормативных документов, которые легли в основу при формировании доходной части бюджета. Это документы, касающиеся утверждения ставок по местным налогам и сборам, установлением льгот отдельным категориям налогоплательщиков и физическим лицам. В основу составления проекта бюджета Ленинского городского округа заложен базовый вариант развития экономики городского округа. Несколько слов о ключевых целях и задачах бюджетной политики на предстоящую трехлетку. Мы видим, как изменилась в 2020 году экономическая активность в связи с пандемией. Безусловно, это повлияло на экономику и финансы не только нашего региона, но и страны в целом. Мы имеем как падение доходов бюджетов, так и доходов населения. Поэтому как никогда важны те приоритеты, которые сохранят стабильность экономических показателей, позволят поддержать граждан и бизнес. Приоритетами бюджетной политики округа является сохранение устойчивости бюджетной системы, безусловное исполнение социальных обязательств, поддержка реального сектора экономики округа и последовательное восстановление темпов деловой активности. Теперь о самом финансовом плане и его структурных приоритетах. Доходы бюджета округа сформированы на основании показателей развития экономики округа, изменения налогового и бюджетного законодательства, а также прогноза поступления в бюджет. В 2021 году они запланированы в объеме 8,9 миллиардов рублей, в 2022 году в размере 10,7 миллиардов рублей и в 2023 году 1,1 миллиардов рублей. Расходы бюджета на 2021 год определены в сумме 9,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составляет 4,6% или в денежном эквиваленте 184,1 миллионов рублей. На плановый период 2022-2023 годов бюджет по доходам и расходам сбалансированы. Расходы бюджета сформированы в рамках 18 муниципальных программ, что составляет 99,3% всех расходов бюджета. Все муниципальные программы имеют целевые показатели, согласованные с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области. Основные расходы ориентированы на достижение целей и задач, поставленных в указах президента, в программе губернатора Московской области по развитию региона, в том числе по реализации 5 национальных проектов, сохранены. Теперь о структурных приоритетах. Важно, что проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сохраняет свою социальную направленность. На эти цели направляется 90,2% от общего объема расходов бюджета.
первую очередь это образование, здравоохранение, культура, физкультура, спорт, социальная поддержка населения, а также содержание объектов общественной инфраструктуры в целях обеспечения комфортного проживания жителей на территории нашего округа. Слово для доклада по проекту бюджета предоставляется заместителю главы администрации, начальнику финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Колмогорова Ларисе Валентиновне. Пожалуйста. Спасибо, Сергей Анатольевич. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Разрешите вас кратко ознакомить с основными параметрами проекта бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Одним из существенных факторов формирования бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, как уже сказал Сергей Анатольевич, является его составление в условиях преобразования Ленинского муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений в городской округ. В соответствии с законом Московской области от 4 июля 2019 года об организации местного самоуправления на территории Ленинского городского округа. Бюджет Ленинского городского округа на трехлетний период сформирован на основе второго базового варианта прогноза социально-экономического развития Ленинского городского округа. С учетом показателей прогноза определены основные параметры проекта бюджета Ленинского городского округа на трехлетний период и подходы к формированию бюджетной и налоговой политики муниципального образования. Бюджет Ленинского городского округа на 2021 год сформирован по доходам в сумме 8 миллиардов 906,2 миллиона рублей и по расходам в сумме 9 миллиардов 90 миллионов 700 тысяч рублей с дефицитом 184,5 миллиона рублей. В плановом периоде бюджет сбалансирован. Доходы и расходы бюджета на 2022 год составляют 10 миллиардов 665,8 миллиона рублей. На 2023 год 11 миллиардов 138 миллионов рублей. Перейдем к доходам бюджета. Налоговые доходы бюджета в 2021 году составят 4 миллиарда 242,6 миллиона рублей или 48% от общей суммы доходов. В плановом периоде 4 миллиарда 685,8 миллиона рублей и 4 миллиарда 74,7 миллиона рублей, это 44,37% соответственно. Удельный вес неналоговых доходов в 2021 и 2023 годах будет составлять от 3 до 5%. Неналоговые доходы бюджета прогнозируются на уровне 427,7 миллионов рублей в 2021 году, 396,5 миллионов рублей в 2022 году и 372,5 миллионов рублей в 2022 году. В составе доходов бюджета городского округа в 2021 году 48% или 4 миллиарда 242,6 миллионов рублей занимают межбюджетные трансферты из бюджета Московской области. В плановом периоде 2022-2023 годов межбюджетные трансферты в составе доходов бюджета составят 5 миллиардов 583,5 миллиона рублей и 6 миллиардов 690,7 миллиона рублей. Соответственно, удельный вес 52% и 60%. Это связано с исполнением переданных государственных полномочий в сфере образования и инвестиционной составляющих бюджета, связанной с проектированием строительства объектов социального назначения в рамках реализации государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры, учтенных в проекте бюджета Московской области на 2021 год и плановый период. Налоговые доходы бюджета в 2021-2023 годах сформированы шестью доходными источниками. Налог на доходы физических лиц, зачисляемый по нормативу 15% в бюджет Ленинского городского округа в 2021 году прогнозируется в сумме 1 миллиард 981 миллион рублей. В 2022 и 2023 годах в сумме 2 миллиарда 328,9 миллиона рублей и 1 миллиард 590,1 миллиона рублей соответственно. Земельный налог, зачисляемый в бюджет Ленинского городского округа по нормативу 100%, прогнозируется в 2021 году в сумме 1 миллиард 175,3 миллиона рублей. В 2022 году 1 миллиард 228,1 миллиона рублей. И в 2023 году в сумме 1 миллиард 269,4 миллиона рублей. И включает в себя планируемые поступления от налогоплательщиков юридических и физических лиц. Налоги на совокупный доход
В их составе упрощенная система налогообложения, единый налог на уведенный доход для отдельных видов деятельности и патентная система. Прогнозируется в 2021-2023 годах в сумме 769,1 миллиона рублей, 810,9 миллиона рублей, 878,3 миллиона рублей соответственно. Норматив зачисления налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет городского округа составляет 50% и прогнозируется в сумме 654,3 миллиона рублей в 2021 году, 698,7 миллиона рублей в 2022 году и 749,3 миллиона рублей в 2023 году. Налог, взимаемый в виде стоимости патента, поступает в бюджет городского округа в полном объеме, то есть 100%, составляет 89,8 миллиона рублей в 2021 году, 112,2 миллиона рублей в 2022 году и 129,1 миллиона рублей в 2023 году. Обращаю ваше внимание, что с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход заканчивает свое действие. Но в прогнозе бюджета 2021 года мы запланировали данное поступление в размере 25 миллионов рублей по сроку уплаты 4 квартала 2020 года. Налоговые доходы бюджета городского округа в 2021-2023 годах сформированы также налогом на имущество физических лиц, зачисляемым в бюджет Ленинского городского округа по нормативу 100%. И прогнозируется в 2021 году в сумме 239,1 миллиона рублей, в 2022 году 251,1 миллиона рублей и в 2023 году 263,6 миллиона рублей. Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в 2021 году предусмотрено в сумме 41,6 миллиона рублей, в 2022 и 2023 годах 43,2 миллиона рублей и 45 миллионов рублей соответственно. В составе налоговых доходов бюджета в трехлетнем периоде также предусмотрены поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей в сумме 29,8 миллиона рублей в 2021 году, 28,6 миллиона рублей в 2022 году и 28,4 миллиона рублей в 2023 году. Норматив поступлений в бюджет Ленинского городского округа установлен законом о бюджете Московской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Рассматривая структуру налоговых доходов, можно сказать, что основной удельный вес в составе налоговых доходов бюджета в 2021 году по-прежнему будет занимать налог на доходы физических лиц. Это 46,8%. Вторым по величине источником будет являться земельный налог. Это 27,7%. В составе налоговых доходов повышается также удельный вес налогов на совокупный доход. В 2021 году он составит 18,2%. Налог на имущество физических лиц составит 5,6%. Удельный вес государственной пошлины и акцизов в общем объеме налоговых доходов будет составлять 1% и 0,7% соответственно. Рассматривая динамику поступлений налоговых доходов в 2018-2023 годах, она выглядит следующим образом. Налог на доходы физических лиц показывает устойчивую тенденцию к росту и в 2021 году прогнозируется с приростом 7,4% к плану текущего года. Бюджету городского округа предусмотрен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц с бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 7,7% в 2021 году. В 2022 году данный дополнительный норматив составит 9,1%. На 2023 год данный норматив для Ленинского городского округа не предусмотрен. Поступление земельного налога в 2021 году прогнозируется с ростом к ожидаемой оценке 2020 года на 12,5%. В 2022 году прирост составит 4,5%, в 2023 – 3,4%. Планомерно и стабильно планируется увеличение поступлений от применения упрощенной системы налогообложения. Сфера торговли потребительского рынка, где в основном применяется упрощенная система налогообложения в городском округе, динамично развивается. Значительная часть объектов открывается в новых жилых микрорайонах. Это торговые объекты и объекты бытовых и спортивных услуг. На поступление налогов в текущем году существенное влияние оказало ухудшение ситуации в экономике в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Но, тем не менее, данные доходы мы планируем с ростом. По сравнению с фактом 2019 года, поступления текущего года ожидаются в сумме 719,2 миллиона рублей или с ростом 4%. Тогда как в 2019 году рост поступлений налогов в сравнении с 2018 составил более 25%. В 2021 году рост поступлений прогнозируется на 7% по сравнению с ожидаемым поступлением 2020 года. В 2022-2023 годах рост поступлений по данному доходному источнику прогнозируется 5,4% и 8,3% соответственно. Динамика налоговых доходов бюджета в 2018-2023 годах говорит, что поступление налога на имущество физических лиц показывает тоже динамичный рост в связи с активным жилищным строительством многоквартирных жилых домов на территории Ленинского городского округа. Прогноз на 2021 год составлен с ростом к ожидаемой оценке 2020 года на 26,6%. В 2022-2023 годах прогнозируется рост поступлений налога в объеме 5% ежегодно. При расчете также учтены дополнительные поступления налога на имущество физических лиц в связи с включением в объект налогообложения нежилых помещений общей площадью от 1000 квадратных метров в многоквартирных домах. В бюджет округа перечисляется два вида госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Наибольший удельный вес составляет госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями. Хотелось бы остановиться и на доле НДФЛ в общих доходах бюджета Ленинского городского округа. В составе налога на доходы физических лиц учтен дополнительный норматив отчисления от данного налога, поступающий из бюджета Московской области в размере 7,7% на 2021 год. В 2022 году, я повторюсь, он установлен в размере 9,1%. Он нам предоставлен взамен дотации на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа. В 2021 году сумма налога по дополнительному нормативу отчисления прогнозируется в размере 685,9 миллиона рублей, в 2022 году 893,8 миллиона рублей и в 2023 году дополнительный норматив бюджета Ленинского городского округа не предусматривается. Неналоговые доходы бюджета городского округа в 2021-2023 годах. В 2021 году они сформированы доходами от использования имущества в основном, и поступят данные доходы в сумме 318,1 миллиона рублей, доходами от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 100,3 миллиона рублей, доходами от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в сумме 1,5 миллиона рублей, поступление штрафа в сумме 2,2 миллиона рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 2,2 миллиона рублей и прочими неналоговыми доходами в сумме 3,5 миллиона рублей. Неналоговые доходы планового периода 2022-2023 годов также сформированы указанными доходными источниками. Величина их ожидаемых поступлений показана на слайде. Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов 74,4% приходится на доходы от использования имущества. Прежде всего, это арендная плата за землю, которая составляет 241 миллион рублей. 23,4% неналоговых доходов приходится на доходы от продажи активов. На остальные виды неналоговых доходов приходится в совокупности менее 2,2%. Теперь о составе межбюджетных трансфертов 2021-2023 годов. Они в основном сформированы субвенциями на реализацию переданных городскому округу государственных полномочий Московской области и прогнозируются в 2021 году в сумме 3 миллиарда 384,3 миллиона рублей. В 2022 году 3 миллиарда 369,1 миллиона рублей. В 2023 году в сумме 3 миллиарда 360,5 миллиона рублей. Объем дотации на обеспечение сбалансированности бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составит 4,2 миллиона рублей, в 2022 – 5 миллионов рублей, в 2023 году дотация данного вида не предусмотрена. В 2021-2023 годах бюджет Ленинского городского округа предусмотрены субсидии в сумме 853,2 миллиона рублей, 2 миллиарда 209,4 миллиона рублей и 3 миллиарда 330,2 миллиона рублей соответственно, в том числе 48,9 миллиона рублей в 2021 году предусмотрено на проектирование, строительство и капитальное вложение в образовательные организации. В 2022-2023 годах субсидии на эти цели предусмотрено в сумме 1 миллиард 630,4 миллиона рублей.
и 2 922,5 млн. рублей соответственно. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области предусмотрены в сумме 850 000 рублей на 2021 год на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных жилых домах. Сейчас хотелось бы перейти к расходам бюджета. Расходы бюджета Ленинского городского округа на 2021-2023 годах сформированы в разрезе 18 муниципальных программ и непрограммных расходов. Объем программных расходов в 2021 году составляет в сумме 9 028 000 000 рублей или 99,3% от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составят 62,7 млн. рублей или 0,7%. Удельный вес программных расходов в плановом периоде останется высоким. В 2022 году он планируется 99,3%, в 2023 году 99,5%. Программные расходы в 2022 году составят 10 443,9 млн. рублей, в 2023 году 10 856,5 млн. рублей. Непрограммные расходы в плановом периоде будут составлять 0,7% и 0,5% соответственно по годам от общего объема расходов бюджета. Распределение расходов бюджета по муниципальным программам отражено на слайдах. Я не буду останавливаться на каждой программе подробно. Все они размещены на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в разделе «Экономика». Структура доходов расходов бюджета округа в 2021 году в разрезе муниципальных программ показана на слайде. Основной удельный вес 55,9% или 5 083 000 000 рублей приходится на муниципальную программу образования на 2021-2024 годы. На муниципальную программу формирования современной комфортной городской среды приходится 9,9%, в сумме составляют расходы 896,9 млн. рублей. По муниципальной программе управления имуществом и муниципальными финансами расходы составят 576,6 млн. рублей или 6,3%. По муниципальной программе развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса расходы составят 550,9 млн. рублей или 6,1%. По муниципальной программе развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности расходы составят 464,3 млн. рублей или 5,1%. По муниципальной программе «Культура» расходы составят 371,8 млн. рублей или 4,1%. По муниципальной программе «Спорт» расходы составят 329,7 млн. рублей или 3,6%. Удельный вес расходов по следующим 11 программам составляет менее 8,3%. На слайдах он тоже определен. Сведения о расходах бюджета по разделам классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы представлены на следующем слайде. В сравнении с фактическими показателями 2019 года, уточненным планом 2020 года с выделением удельного веса в общем объеме расходов. Структура расходов бюджета Ленинского городского округа по разделам классификации расходов в целом повторяет структуру бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ. Порядка 56,5% расходов бюджета отражается по разделу образования, 15,2% по разделу жилищно-коммунальное хозяйство, 9% по разделу общегосударственные вопросы, 7,15% по разделу национальная экономика, 4% по разделу культуры и кинематографии, 3,6% по разделу физической культуры и спорт, а также 2,5% по разделу «Социальная политика». Теперь бы хотелось остановиться на основных задачах и приоритетах бюджетной политики на 2021-2023 годы. При формировании проекта бюджета Ленинского городского округа на 2021-2023 годы ставились следующие задачи и приоритеты. Это первое – повышение доходного потенциала бюджета Ленинского городского округа. Это сохранение социальной направленности и обеспечение безусловного исполнения принятых социальных обязательств. Это поддержание достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Это финансовое обеспечение реализации приоритетных для региона и муниципального образования задач. Повышение эффективности бюджетных расходов. Также одной из задач являлось недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам.
повышение эффективности управления муниципальным имуществом Ленинского городского округа, повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, совершенствование процедуры исполнения бюджета городского округа, продолжение работы, направленной на повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений вопросов местного значения. В проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы. Расходы социального характера, я повторюсь, в 2021 году составят 8,2 миллиарда рублей или 90,2% в общем объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме выполнение принятых социальных обязательств. Предусматривается, что в расходы 2021 года расходы по публичным нормативным обязательствам на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Ленинском городском округе Московской области, работникам муниципальных государственных учреждений местного бюджета превысят 48,6 миллиона рублей. По докладу у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Лариса Валентиновна. Переходим к содокладам. По одному из них по курированному направлению выступлю я. Будьте добры, презентацию. Значит, по объектам дорожного хозяйства на следующий год по софинансированию с областным бюджетом у нас запланирован ремонт двух автомобильных дорог. Следующий слайд, пожалуйста. Это дорога в городском поселении, в городе Видное, извините, и дорога в деревне Петрушино. Соответственно, следующий слайд. Одна дорога в шестом микрорайоне, подъезд к шестому микрорайону от развязки ПЛК Березовая Советская, и на следующем слайде дорога деревни Петрушино. Общий объем финансирования 22 миллиона рублей, 21 миллион рублей, соответственно, финансирование из бюджета Московской области и 1 миллион рублей из местного бюджета. Помимо этого, следующий слайд, будет к ремонту запланировано 19 автомобильных дорог за счет средств местного бюджета на сумму 60 миллионов рублей. Это 11 дорог в городе Видное, включая деревню Тарычево и Ермолино, 4 дороги в Горках, 2 дороги в Развилке, 1 дорога в Булатниково и 1 дорога в Молоково. Все адреса указаны на слайде. Помимо ремонта автомобильных дорог предусмотрен ремонт тротуаров, объем финансирования около 40 миллионов рублей. Это улица Советская, с двух сторон планируем сделать тротуары: улица Лемешко, Советский проезд, тротуар, Белокаменное шоссе от 7-й линии до поликлиники. Проспект Ленинского комсомола, четная сторона, завершим, соответственно, полностью обновление тротуаров по ПЛК и улица Березовая. По объектам благоустройство. Будьте добры, следующий слайд. Значит, в первоначальном бюджете планируются денежные средства в размере 200 миллионов рублей на реализацию именно комплексного благоустройства 25 дворовых территорий. Это 10% от общего количества дворовых территорий. Будьте добры, следующий слайд. Адреса у нас показаны на слайде. В Видном это 17 дворов, в поселке Володарского 1 двор, 3 двора в Булатниково, 3 двора в Разилке и 1 двор в совхозе имени Ленина. Значит, по остальным объектам, которые не вошли в перечень объектов, подлежащих комплексному благоустройству и не отражены в первоначальном бюджете, будем готовить предложение на очередную корректировку бюджета в первом квартале следующего года. Значит, помимо объектов дорожного хозяйства и благоустройства, по курируемым направлениям предусмотрены, соответственно, в рамках реализации программы строительства социальных объектов мероприятия по проектированию и строительству, началу строительства детского сада на 340 мест в поселке Развилка, строительство, строительно-монтажные работы детского сада на 200 мест вблизи деревни Лопатино. Начнем работы по проектированию и, соответственно, строительству школы на 1350 мест в поселке Развилка.
Аналогичные работы будем проводить по проектированию и началу строительства школы на 1550 мест в поселке Битца. И, соответственно, начнем работы по корректировке проектной документации на школу 825 мест в Дрожжино 2. И помимо этого запланированы денежные средства на корректировку проектной документации по детскому саду «Малыш», который у нас располагается, видно, на улице Гаевская, дом 6, для того, чтобы в следующем году мы уже в полном объеме завершили реконструкцию данного образовательного учреждения, и наши дети смогли уже пойти в этот детский сад после реконструкции. Помимо этого, предусмотрены денежные средства в размере 7 миллионов рублей для мероприятий по сносу объектов самовольного строительства по тем объектам, где решение суда, такой способ исполнения определен уже за администрацией. Денежных средств в полном объеме будет недостаточно, потому что объекты достаточно большие, но мы начнем процедуру определения подрядной организации, по результатам торгов определимся с экономией и в корректировке в первом квартале следующего года также заявимся для того, чтобы программу по сносу реализовать в полном объеме. По моему содокладу все. Слово предоставляю для содоклада моей коллеге Лобачевой Елене Сергеевне, заместителю главы администрации Ленинского городского округа. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Моя сфера — жилищно-коммунальное хозяйство, и в рамках муниципальной программы развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности у нас предусмотрено более 89 миллионов на капитальный ремонт наших объектов. Сейчас я остановлюсь поподробнее. Сюда вошли ряд мероприятий, такие как капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-17 до жилого дома номер 14 по проспекту Ленинского Комсомола в городе Видном. Стоимость данных работ 8 миллионов 470 тысяч рублей. Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-1/4 в сторону ТК-17А по проспекту Ленинского Комсомола в городе Видном. Стоимость составит 7 миллионов рублей. Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-5/15 до ТК-5/8А по проспекту Ленинского Комсомола в городе Видном. Стоимость работ составит 3 миллиона 527 тысяч рублей. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до ТК-10 с вводом в дом номер 36, поселок Володарского. Данный вид работ составит стоимость 8 миллионов 900 тысяч рублей. Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП-1 до УТ-3 в сторону школы в селе Молоково. Стоимость 9 миллионов 700 тысяч рублей. Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ввода в жилой дом номер 38 до жилого дома номер 39, поселок Развилка. Стоимость составит 2 миллиона 900 тысяч рублей. Капитальный ремонт трубопровода отопления и ГВС от ТК-8 у школы памяти Ленина до очистных сооружений ХБК в поселке Горки Ленинские. Стоимость составит 7 миллионов 900 тысяч рублей. Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от жилого дома 2Б по улице Советская до жилого дома 55 по улице Школьная в городе Видном. Стоимость работ составит 5 миллионов 790 тысяч рублей. Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ТК-10 до жилого дома 34 в поселке Володарского. Стоимость работ составит 3 миллиона 168 рублей. Перечень работ составлен исходя из бюджета. Это не предельный перечень. Если в процессе формирования бюджета будут дополнены, то есть мероприятия будут дополнены. Также у нас, согласно данной программе, предусмотрены денежные средства в размере 4 миллионов рублей на актуализацию схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Данное мероприятие является обязательным согласно федеральным законам 190 ФЗ о теплоснабжении и 416 ФЗ о водоснабжении и водоотведении. Данные работы будут выполнены в 2021 году. И схемы будут актуализированы, и все суммы будут приведены, и мероприятия там в соответствии с бюджетом. В рамках муниципальной программы формирования современной комфортной городской среды предусмотрен ремонт, капитальный ремонт в многоквартирных домах. Стоимость работ составит более 20 миллионов рублей. Остановлюсь поподробнее на адресном перечне и стоимости.
будут выполнены капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа в городе Видном, Советский проезд, дом 9, стоимость 320 тысяч рублей. Капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа, город Видное, Советский проезд, дом 11, стоимость 313,88 тысяч рублей. Капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа, город Видное, Советский проезд, дом 12, стоимость 313,88 тысяч рублей. Капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа, город Видное, Советский проезд, дом 15, стоимость 313,88 тысяч рублей. Капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа, город Видное, улица Строительная, дом 23. Стоимость работ 593,53 тысячи рублей. Капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа, город Видное, улица Строительная, дом 25. Стоимость 593,53 тысячи рублей. Капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа, город Видное, улица Строительная, дом 27. Стоимость 593,53 тысячи рублей. Капитальный ремонт пожарного трубопровода с заменой шкафа, город Видное, улица Строительная, дом 29, стоимость 850,59 тысяч рублей. Ремонт кровли с утеплением, город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 14, стоимость 3,029,058 тысяч рублей. Ремонт кровли, город Видное, улица Заводская, дом 10, 3,248,041 рубль. Ремонт кровли, улица Заводская, дом 12, 3,353,008 рублей. Ремонт кровли, город Видное, улица Гаевского, дом 11, 2,087,700 рублей. Ремонт кровли, поселок Развилка, дом 10, 2,487,870 рублей. Ремонт кровли, поселок Развилка, дом 11, 3,194,110 рублей. Ремонт кровли с утеплением, село Молоково, улица Школьная, дом 10, стоимость 880,400 рублей. Ремонт кровли с утеплением, село Молоково, улица Школьная, дом 12, стоимость 2,970,490 рублей. На ликвидацию стихийных свалок, сборы вывоза мусора с территории городского округа в 2021 году предусмотрено 93 миллиона рублей. На содержание и ремонт объектов уличного освещения предусмотрено 110 миллионов, в том числе на оплату электроэнергии 61 миллион 500 тысяч рублей, на эксплуатацию объектов уличного освещения 48 миллионов 500 тысяч рублей. На создание новых объектов уличного освещения предусмотрено 2 миллиона 500 тысяч рублей. Это устройство уличного освещения деревни Мисайлова от улицы Пролетарской до Вудланд, село Молоковское. На установку приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях предусмотрено 150 тысяч рублей. На освещение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, оборудованием и приспособлением для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения предусмотрено 3 миллиона рублей. В рамках муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы за счет средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрены денежные средства на объекты, разработка ПСД и проведение инженерных изысканий по объекту реконструкция ВЗУ номер 8 в поселке Горки Ленинские, стоимость 8,043,800 рублей. Разработка ПСД по строительству инженерных сетей холодного водоснабжения в деревне Дроздово, село Беседы, деревня Мелькова в размере 5 миллионов рублей. Также ряд мероприятий у нас вошли в государственную программу Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, такие как реконструкция водозаборного узла Петровское, городское поселение Горки Ленинские, Ленинского муниципального района Московской области в размере 82,848,000. Данное мероприятие предусмотрено на 2 года, 2021-2022. Реконструкция ВЗУ 15, Молоковское, Ленинский городской округ в размере 46,365,680 рублей. Данное мероприятие тоже предусмотрено на 2 года, на 2021 и на 2022. Реконструкция ВЗУ Дроздово, сельское поселение Развилковское, Ленинский городской округ. Данное мероприятие
предусмотрено в размере 88 миллионов 994 тысячи 510 рублей. Данное мероприятие предусмотрено на 2 года. Оно уже реализуется на 2020 год, завершение в 2021. Также строительство сети водоснабжения по адресу Московская область, Ленинский городской округ, сельское поселение Булатниковское, село Булатниковское. Данное мероприятие предусмотрено в размере 196 миллионов 335 тысяч 850 рублей на 2021 год. Реконструкция водозаборного узла номер 8 в поселке Горки-Ленинский, городского поселения Горки-Ленинский, Ленинского городского округа Московской области в размере 108 миллионов 546 тысяч 330 рублей. Данное мероприятие предусмотрено на 2021 год с завершением в 2022, на 2 года. Строительство инженерных сетей и КНС в микрорайоне Завидное производительностью 3000 метров кубических в сутки по адресу Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки-Ленинские, восточнее деревня Ермолино. Данное мероприятие предусмотрено в размере 108 миллионов 87 тысяч 440 рублей на 2022-2023 годы, завершение строительства в 2023 году. По докладу все. Спасибо, Елена Сергеевна. Слово для доклада о результатах рассмотрения проекта бюджета предоставляется председателю контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Егоровой Елене Викторовне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, 6-м федеральным законом об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, контрольно-счетная палата Ленинского городского округа провела экспертизу представленного вашему вниманию проекта бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Контрольно-счетная палата вынесла соответствующее заключение, полный текст которого размещен на сайте контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа. И все желающие могли уже до настоящего времени с ним ознакомиться, либо ознакомиться с ним в будущем. Я кратко изложу итоги заключения, те выводы, которые контрольно-счетная палата вынесла по результатам экспертизы. Проверкой соблюдения сроков внесения проекта бюджета на рассмотрение представительным органам муниципального образования, предусмотренных статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нарушений установлено не было. Проект был опубликован, как уже было в докладе сказано, в газете «Видновские вести» и размещен на сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. То есть доступность ознакомления с ним была обеспечена. Одновременно с проектом были предоставлены документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса и статьей 25 положения о бюджетном процессе. В результате экспертизы было установлено, что полный комплект документов, установленный этими нормативно-правовыми документами, был соблюден. При составлении проекта соблюдены принципы бюджетной системы Российской Федерации. Эти принципы определены целым рядом статей Бюджетного кодекса, а именно единство бюджетной системы Российской Федерации, самостоятельность бюджетов, полнота отражения доходов, расходов, источников финансирования дефицитов бюджета, эффективность использования бюджетных средств, общее совокупное покрытие расходов бюджета, прозрачность, открытость бюджета, адресность и целевой характер бюджетных средств, подведомственность расходов бюджетов и единство кассы. Требования статьи 169 и 172 Бюджетного кодекса при составлении проекта бюджета соблюдены. Составление проекта основано на основных направлениях бюджетной и налоговой политики, а также прогнозе социально-экономического развития Ленинского городского округа и муниципальных программах. В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса прогноз социально-экономического развития
одобрен главой Ленинского городского округа, о чем издано соответствующее постановление. Требования пункта 1 статьи 173 Бюджетного кодекса в части составления прогноза социально-экономического развития на 2021 и плановый период 2022-2023 годов соблюден, поскольку требования были на срок не менее 3 лет. В пояснительной записке к прогнозу не приводится сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, чем не соблюдены положения пункта 4 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Представленный для проведения экспертизы проект бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов соответствует требованиям действующего бюджетного и налогового законодательства и содержит основные характеристики бюджета, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса. Параметры бюджета в докладе звучали, я о них скажу только кратко. На 2021 год общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области запланирован в сумме 8,9 миллиардов рублей. В том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляет 4,2 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области предусмотрен в проекте в сумме 9,1 миллиардов рублей. Установлен дефицит бюджета в сумме 184,4 миллиона рублей. Дефицит бюджета Ленинского городского округа на 2021 год соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому дефицит бюджета местного не должен превышать 10% утвержденного объема, общего объема годового доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского городского округа на 2021 год установлено изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета. На 2022 год и на 2023 год, как уже звучало в выступлении докладчиков, бюджет сбалансирован. На 2022 год общий объем доходов бюджета и общий объем расходов бюджета определен в размере 10,7 миллиардов рублей. В том числе в составе доходов межбюджетные трансферты в 2022 году составляют 5,6 миллиардов рублей. А в составе расходов 2022 года условно утвержденные расходы составляют 150 миллионов рублей. На 2023 год сбалансированный бюджет также по доходам и расходам составляет 11,1 миллиардов рублей. В том числе межбюджетные трансферты в составе доходов бюджета 2023 года составляют 6,7 миллиардов рублей, а условно утвержденные расходы в составе расходов бюджета составляют 223 миллиона рублей. В соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении бюджета на плановый период 2022-2023 годов соблюдается, как я уже сказала, принцип сбалансированности бюджета. Основные характеристики бюджета Ленинского городского округа на 2021 год относительно характеристик консолидированного бюджета Ленинского муниципального района 2020 года по доходам увеличены на 4,3% без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня, по расходам уменьшены на 5,2% без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня. Безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня увеличены на 0,3%.
Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением целого ряда статей бюджетного кодекса, а именно 20, 41, 42, 56 и 57 статьи бюджетного кодекса и порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения по кодам поступлений в бюджет. В проекте предусмотрено увеличение налоговых доходов по сравнению с бюджетными назначениями 2020 года на 9,7%. Расходы, отраженные в проекте, отнесены к соответствующим кодам бюджетной классификации с соблюдением требований статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Наибольший процент расходов в проекте на 2021 год приходится на разделы образование 56,5%, жилищно-коммунальное хозяйство 15,2%, общегосударственные вопросы 9%, национальная экономика 7,2%. Как уже было сказано, бюджет Ленинского городского округа социально ориентирован. В связи с чем? Именно потому, что более 90%, конкретно 90,2% направлено на социально-экономические потребности, направления социально-экономические. В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, проектом предусмотрено утверждение объемных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ. Перечни муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа 24 сентября 2020 года за номером 1999, определено 19 муниципальных программ Ленинского городского округа. Проектом на 2021 год и плановый период предусматривается финансирование 18 муниципальных программ. Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальных программ в 2021 году, составляет, это уже звучало в докладе, 99,3% от общего объема планируемых расходов бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда проекта предусмотрен в соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21 октября 2020 года за номером 16/3 о создании дорожного фонда Ленинского городского округа Московской области. В расходах бюджета Ленинского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование дорожного фонда на 2021 год в размере 504,2 миллиона рублей, на 2022 год 566,9 миллиона рублей, на 2023 год в размере 306,7 миллиона рублей, что соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В заключение скажу, проверялись также текстовые статьи проекта решения. Нарушений при проверке текстовых статей установлено не было. Контрольно-счетная палата в соответствии со своими полномочиями выделила отдельные предложения, которые вынесла в своем заключении, а именно: в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводить сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием конкретных причин и факторов прогнозируемых изменений. Также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации необходимо привести муниципальные программы в соответствии с решением о бюджете не позднее 3 месяца со дня вступления решения в силу и обязать главных распорядителей бюджетных средств продолжать целенаправленную работу по совершенствованию планирования расходных обязательств. Доклад закончен. Благодарю всех за внимание. Спасибо, Елена Викторовна.
В ходе публичных слушаний поступили вопросы от 3 заявителей, всего 47 вопросов. Один заявитель выразил желание получить ответ в письменной форме. На остальные вопросы будут даны разъяснения в ходе публичных слушаний. И сегодня поступило коллективное обращение от жителей, который просит сделать участок дороги по улице Спортивной в селе Молоково. Мы это обращение рассмотрим, соответственно, определим техническую возможность проведения данных работ, просчитаем, составим смету и вынесем на рассмотрение Совета депутатов при первой корректировке в следующем году для определения приоритетов, соответственно, по данному объекту и принятию соответствующих решений. Я хотел бы передать слово для ответа на вопросы Ларисе Валентиновне. Пожалуйста, Лариса Валентиновна. Уважаемые участники публичных слушаний, как уже Сергей Анатольевич сказал, что в наш адрес поступили вопросы. Первый вопрос, который был задан председателем правления Ленинского окружного отделения общественной организации «Дети войны» Безбожным Владимиром Тарасовичем. Его интересовало, какая сумма единовременной выплаты предусмотрена в бюджете к 9 мая, Дню Победы, «Дети войны», рожденным с 28 по 45 годы. Вы знаете, что в этом году данная выплата составляла 2000 рублей, и решением главы городского округа Алексея Петровича Спасского в 2021 году данная сумма была сохранена в этом же размере – 2000 рублей. Для информации участникам публичных слушаний, у нас на территории Ленинского городского округа проживает 5332 человека, которые вот являлись рожденными с 28 по 45 год. Спасибо, Лариса Валентиновна. На вопросы Белова Александра, к сожалению, отчество не указано, ответит заместитель главы администрации Лобачева Елена Сергеевна. Пожалуйста, Елена Сергеевна. Уважаемые участники публичных слушаний, поступил ряд вопросов, один из которых является в проекте бюджета название объектов капитальных вложений и разбивка по населенным пунктам в таблице объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности не соответствует название объекта капитальных вложений и разбивки по населенным пунктам в схеме водоснабжения и водоотведения. Сценарий номер один – капитальное вложение в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения с учетом индексов МЭР миллионов рублей, что затрудняет оценку соответствия сумм бюджета и сумм схемы водоснабжения и водоотведения. Например, в проекте бюджета есть объект капитальных вложений – строительство инженерных сетей холодного водоснабжения в деревне Дроздово, село Беседы, деревня Мелькова, суммой 105 миллионов рублей, без разбивки сумм инвестиций по населенным пунктам. А в схеме водоснабжения и водоотведения есть объект капитальных вложений в разбивке по пунктам деревни Дроздово, село Беседы, деревни Мелькова. Строительство водозаборного узла в деревне Дроздово 20-21 годы 86,5 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в село Беседы с учетом подключения к ВЗУ деревни Дроздово 22 год 6 миллионов рублей. Строительство и реконструкция водопроводных сетей в село Беседы с учетом подключения к ВЗУ деревни Дроздово 23-24 годы 30,6 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию водопроводных сетей деревни Мелькова с учетом подключения к ВЗУ деревни Дроздово 22 год 6 миллионов рублей. Строительство и реконструкция водопроводных сетей деревни Мелькова с учетом подключения к ВЗУ деревни Дроздово 23-24 год 26,3 миллиона рублей. Итого по схеме 155,4 миллиона рублей по данным населенным пунктам, то есть превышение сумм в бюджете, сумм в схеме на 54 миллиона рублей, то есть на 48%. Почему такой рост оценочных сумм капитальных вложений с 2019 года? Схема водоснабжения и водоотведения разработана специализированной организацией, и они актуализируются ежегодно. В 2019 году проведена актуализация данных схем по состоянию на декабрь отчетного года с включением мероприятий и затрат на данное время. В связи с этим в 2021 году схемы водоснабжения и водоотведения будут приведены в соответствие мероприятиям и затратам 2021 года.
Следующий вопрос. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения завышены суммы капитальных вложений по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ ВСУ-8, поселок Горки-Ленинский, 6 миллионов рублей и 8,4 миллионов соответственно. То есть превышение сумм в бюджете, сумм в схеме на 2,4 миллиона рублей, то есть на 34%. Почему такой рост оценочных сумм капитальных вложений с 2019 года? Сумма 8 миллионов 400 тысяч рублей была уточнена в соответствии со сметной документацией на реконструкцию ВЗУ 8 в поселке Горки-Ленинский. Изначально там планировались мероприятия по установке станции очистки. Сейчас в рамках составления сметной документации также запланированы мероприятия по обследованию и бурению новых скважин. То есть увеличение связано только с увеличением мероприятий по данному объекту. Следующий вопрос. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения завышены суммы капитальных вложений по реконструкции ВЗУ-8 с установкой станции очистки воды 25 миллионов и 108,6 миллионов рублей соответственно. То есть превышение сумм в бюджете, сумм в схеме на 83,06 миллионов рублей, то есть в 4 с лишним раза. Почему такой рост оценочных сумм капитальных вложений с 2019 года? Изменились цены в связи с изменением перечней работ по реконструкции. В последней редакции редактируется весь цикл добычи и очистки воды и бурения новых скважин и установкой станции очистки, то есть там полностью будет весь комплекс обезжелезывания, обратный осмос для достижения показателей, которые нам гласит Санпин. Ранее планировалась только установка локальной станции обезжелезывания. Вот, в связи с чем произошел такой рост. Следующий вопрос. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения завышены суммы капитальных вложений по реконструкции ВЗУ номер 11 поселок Петровская 67 миллионов и 82,8 миллионов рублей соответственно. То есть превышение сумм в бюджете в схеме на 5,6 миллионов рублей, то есть на 23%. Неясно, в бюджете указаны суммы с проектом или без. Почему такой рост оценочных сумм капитальных вложений с 2019 года? Сумма 82,8 миллиона рублей была откорректирована в соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы с учетом проектных работ и средств государственной программы Московской области. То есть данный проект получил положительное заключение МАГЭ. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения завышены суммы капитальных вложений по реконструкции водозаборного узла номер 15 деревни Орлова 50 миллионов рублей и 64,6 миллионов рублей соответственно. То есть превышение сумм в бюджете в схеме на 14,6 миллионов, то есть на 29%. Неясно, в бюджете указаны суммы с проектом или без. Почему такой рост оценочных сумм капитальных вложений с 2019 года? Сумма 64,6 миллионов рублей по данному объекту была включена в соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы с учетом проектных работ и средств государственной программы Московской области. Следующий вопрос. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения перенесены на 2021 год вместо 2021-2023 годы. Сумма капитальных вложений по строительству сети и водоснабжения село Булатниково 200 миллионов рублей и 196,3 миллионов рублей соответственно. Почему? Сумма на 2021 год была включена в соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы с учетом проектных работ и средств государственной программы Московской области. То есть данный объект попал в государственную программу, поэтому сроки были перенесены на более ранний период. Следующий вопрос. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения не запланированы совсем суммы капитальных вложений, ориентировочно на 3 миллиарда рублей по переподключение ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-5 на Московскую воду 2020-2022 годы 6,6 миллионов рублей, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла номер 4 по улице Набережная в городе Видное 2022-2023 годы 6 миллионов рублей и реконструкция водозаборного узла номер 4 по улице Набережная город Видное 2022-2023 годы 50 миллионов рублей, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла номер 10 в городе Видное 2022-2023 годы 6 миллионов рублей и реконструкция водозаборного узла номер 10 город Видное 2022-2023 годы
50 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВЗУ-5 до ВК-454 – 3 миллиона рублей. И реконструкция водопроводной сети ВЗУ-5 до ВК-454 – 24 миллиона рублей. Строительство и ввод в эксплуатацию в РУ деревни Тарычево. Строительство выполняется в две очереди. 2020-2023 годы – 862 миллиона рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВК-448 до ВК-444 – 1,5 миллиона рублей. И реконструкция водопроводной сети от ВК-448 до ВК-444 – 4,92 миллиона рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в деревне Спасска – 6 миллионов рублей. И строительство водопроводных сетей в деревне Спасска – 18,3 миллиона рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по деревне Ермолино, деревне Сопраново с врезкой в магистральный водопровод – 6 миллионов рублей. Строительство сетей водоснабжения в деревне Ермолино, деревне Сопраново с врезкой в магистральный водопровод – 21,1 миллион рублей. Капитальный ремонт водопроводной сети диаметром 250 мм, протяженностью 289 погонных метров, диаметром 200 мм, протяженностью 136 погонных метров от ВК у жилого дома номер 12 до ВК у жилого дома номер 26 по улице Советской, город Видное, 2020-2021 годы, 7,8 миллионов рублей. Строительство сети водоснабжения в деревне Тарычево, 2021-2022 годы, 40 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на подключение к централизованной системе водоснабжения город Видное, сети водоснабжения деревни Ермолино, 3 миллиона рублей, и подключение к централизованной системе водоснабжения город Видное, сетей водоснабжения деревни Ермолино, 15 миллионов рублей. Реконструкция ВЗУ Купелинг и подключение системы водоснабжения города Видное, 2020-2022 годы, 36,8 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ номер 7, поселок Мещерино, 6 миллионов рублей. И реконструкция ВЗУ номер 7, поселок Мещерино, 50 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в деревне Петрушино, 6 миллионов рублей. И строительство сетей водоснабжения в деревне Петрушино, 26,8 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ поселок Измайлово 6 миллионов рублей и реконструкция ВЗУ поселок Измайлово 50 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ номер 10 к ВЗУ номер 9 поселок Суханово 3 миллиона рублей и строительство водовода от ВЗУ номер 10 к ВЗУ номер 9 деревни Суханово 9,7 миллионов рублей. Реконструкция водопроводной сети в деревне Вырубу 2020-2021 годы 19,5 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство систем водоснабжения деревни Жабкино 6 миллионов рублей. Строительство систем водоснабжения деревни Жабкино 164 миллиона рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от поселка Бица до поселка Дубровский 3 миллиона рублей. Строительство водовода от поселка Бица до поселка Дубровский 15 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ номер 18, село Остров, 3,5 миллиона рублей. И реконструкция ВЗУ номер 18, село Остров, 49,4 миллиона рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ЖК «Пригород Лесной» к ВЗУ номер 17, деревня Мисайлова, 3 миллиона рублей. И строительство водовода от ЖК «Пригород Лесной» к ВЗУ номер 17, деревня Мисайлова, 12 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводного узла номер 23 в деревне Мисайлова, 6 миллионов рублей. И реконструкцию водозаборного узла номер 23 в деревне Мисайлова 50 миллионов рублей. Разработка проектной документации на реконструкцию водозаборного узла в деревне Андреевского 6 миллионов рублей. И реконструкция водозаборного узла в деревне Андреевского 50 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» диаметром 400 мм до ВЗУ номер 12 поселок Развилка 6 миллионов рублей. И реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» диаметром 400 мм до ВЗУ номер 12, поселок Развилка, 17,6 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство второго водовода от системы водоснабжения АО «Мосводоканал» до ВЗУ номер 13, поселок Развилка, 6 миллионов рублей. И строительство второго водопровода от системы водоснабжения АО «Мосводоканал» ВЗУ номер 13, поселок Развилка, 23 миллиона рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ номер 13 до ВЗУ
номер 12, поселок Развилка, 6 миллионов рублей. И строительство водопровода от ВЗУ номер 13 до ВЗУ номер 12, поселок Развилка, 19,1 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла номер 12 в поселке Развилка, 6 миллионов рублей. И реконструкция водозаборного узла номер 12 в поселке Развилка, 100 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла номер 13 в поселке Развилка, 6 миллионов рублей. И реконструкция водозаборного узла номер 13 в поселке Развилка, 100 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла номер 30 в деревне Мамоново, 6 миллионов рублей. И реконструкция водозаборного узла номер 30 в деревне Мамоново, 50 миллионов рублей. И разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла номер 31 в деревне Мельково, 6 миллионов рублей. И реконструкция водозаборного узла номер 31 в деревне Мельково, 50 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла в деревне Картино, 6 миллионов рублей. Реконструкция водозаборного узла в деревне Картино, 50 миллионов рублей. Разработка проекта строительства ВЗУ село Беседы, строительство ВЗУ в селе Беседы, 6 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию водопроводных сетей деревни Слобода с учетом подключения к ВЗУ деревни Дроздово, 6 миллионов рублей. Строительство и реконструкция водопроводных сетей деревни Слобода с учетом подключения к ВЗУ деревня Дроздово, 18,9 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла в поселке Володарского, 6,5 миллионов рублей. И строительство водозаборного узла в поселке Володарского, 100 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения деревня Большое Саврасово, 3 миллиона рублей. И строительство инженерных сетей водоснабжения деревни Саврасово, 29 миллионов рублей. Капитальный ремонт водоснабжения 880,55 миллионов рублей. Проектирование и реконструкция сетей водоснабжения 582,87 миллионов рублей. Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства сетей водоснабжения 279,18 миллионов рублей. В связи с ограниченным бюджетным финансированием все мероприятия, указанные в схемах водоснабжения и водоотведения, не могут быть включены в бюджет Ленинского городского округа. При условии софинансирования со стороны бюджета Московской области мероприятия включаются в бюджет Ленинского городского округа. И также при актуализации схем водоснабжения и водоотведения в 2021 году все будет приведено в соответствие. Следующий вопрос. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения завышены суммы капитальных вложений по проектированию и строительству КНС производительностью 3000 метров кубических в сутки для пропуска сточных вод существующих районов канализования КОС в микрорайон Завидное. В бюджете строительства 102,1 миллион рублей на 2020-2023 годы. В схеме проектирования 8 миллионов в 2019 и строительство 102,1 миллионов в 2020 году. Данные мероприятия включены в соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы и средствами государственной программы Московской области. То есть данный объект включен в государственную программу, поэтому он был перенесен. Следующий вопрос. В проекте бюджета по сравнению со схемой водоснабжения и водоотведения запланированы совсем суммы капитальных вложений на водоотведение ориентировочно на 4,6 миллиарда рублей. В связи с ограниченным бюджетным финансированием все мероприятия, указанные в схемах водоснабжения и водоотведения, не могут быть также включены в бюджет Ленинского городского округа. Данные мероприятия рассматриваются при планировании бюджета, при подтверждении наличия софинансирования со стороны Московской области. Также, если финансирование подтверждается, данные мероприятия будут все включены. И также все будет откорректировано в схеме в 2021 году. Все, я закончила. Да, спасибо, Елена Сергеевна, за исчерпывающие ответы. Значит, на остальные вопросы, которые поступили в ходе публичных слушаний, будут даны ответы в письменной форме в установленном законом сроке. Уважаемые коллеги, считаю рассматриваемый финансовый план округа на 2021-2023 годы надежным и реалистичным. Он обеспечит поддержку экономики в период восстановления и будет содействовать достижение национальных целей развития страны, которые поставил наш президент. Поддерживать рост реальных доходов населения, обеспечивать все условия для здоровой, комфортной жизни наших граждан.
Напоминаю, что по результатам проведения публичных слушаний по существу обсуждаемого вопроса голосования у нас не проводится. Предлагаю принять к сведению информацию о проекте бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Публичные слушания считать состоявшимися. Все предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения проекта бюджета, будут включены в работу при исполнении бюджета округа в 2021 году и плановом периоде. Благодарю всех за работу. Всем хорошего рабочего дня.